Всем привет, дорогие друзья, вы на канале AlexPlay, и это видео по игре Euro Truck Simulator 2. Сегодня у меня будет обзор мода на Opel Astra. Ссылка на данный мод находится в описании под этим видео. Ну что же, ребята, вот так вот выглядит данный мод. Титановые диски, вот, пожалуйста. Вот такая вот красота. Ну, вроде бы, как бы, да, для третьего лица. Что у нас с первым лицом? Ну, с первого лица, что у нас? Значит, первый момент — это крыша. Вот. Вот так вот вроде нормально все, да. То есть, вот, когда ты смотришь сюда, здесь какие-то появляются полосы. И, ну, вот текстуры, да, видите? Вот, видите, да, вот текстуры. Вот. Не самого лучшего качества, конечно. То же самое касается и торпеды. Вот, ну, сразу видно, что бросается в глаза. С сиденьями та же самая история, но вот здесь вот какие-то щели есть, видим, да? Ну, то есть дырки есть какие-то. От, оно бы и как бы и ничего, но оно же бросается в глаза. Текстуры не самого высшего качества. Вот, кстати, и дырочки вот появляются, видим, да, вот в окошках, на углах, щельки такие. И что мне больше всего понравилось, здесь анимация ручника. Поднимаем мы ручник, опускаем, и что самое интересное, вы заметили, да? Ручка висит-то в воздухе. Видим, да? Ручка висит в воздухе. Так, что дальше? Ну, там вроде ничего нету, ковриков у нас здесь нет. Мне вот что напрягает, горит лампа масла. В общем, давайте попробуем завестись. Зажигание мы включили. Завелись. Лампа горит. То ли это с датчиком какая-то беда, то ли там масла нет, или не хватает. Интересно, да? Но это игра. Здесь, если лампа будет моргать, как бы, да, то есть как бы каких-либо проблем не произойдет. В реальности же, да, это сигнал о том, чтобы проверить уровень масла, или же, может, датчик вышел из-под контроля. Вот, как варик. Так, ну что, ребят, можно, в принципе, начинать движение. Ну, такая, я так смотрю, дешманская комплектация, ничего тут такого нет особого, да. Вот. Так, мы завелись, да. Можно потихонечку выезжать. Включаем первую передачу. И погнали. Так, там никого нет? Никого нет. Хорошо, погнали. Попробуем разогнаться до максимальной скорости. Опять же, я говорю, если у нас это получится. Потому что... Ну, трафик я вроде бы поставил на самый минимум. Его должно быть мало. Он, в принципе, нам не должен помешать. Ой, извини. Так, ну что, разгоняемся. Берем разгон. Так, 5000 оборотов есть. Включаем пятую. Пятая передача. О, смотрите, 160. О, пошла жара. Давайте лучше вот так сделаем. Так будет правильнее. 170. 172, 173. Ну, блин, ну я не знаю, 200. А, у нас еще и шестая передача в запасе есть, между прочим. Понял намек, уже не может. Шестая передача. О, смотрите, как пошло. Тут, о, тут еще и спуск. Ну, на спуске легче. Ну, спуск не считается. Давайте уже так говорить. О! Да ты, елки-палки, держишь. Да, попробую управлять на такой скорости машиной. Блин, я хотел до 200-очки. Ладно, я думаю, 200 можно выжать. Шансы есть. Шансы есть. Выезжаем, давайте-ка. На прямой участок. Давайте-ка, знаете, как сделаем. Там никого, никого. Отлично. Поворачиваем. Поедем мы через Гамбург. Через гамбургеры попрем. Аккуратно, 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 аккуратно. Разгоняемся. Что? Попытка номер два.
до свидания. Пятая передача. Ну, здесь, по-моему, длинный участок. Я думаю, что нам должно, в принципе, хватить места для максимальной скорости. 170 километров. Хорошо, есть такое. Принимаем. Давай. Шестая передача. Ну, учитывая то, как набирается... Да ты, блин, а... Так, ладно. Ничего мы не потеряли. Просто тормозить не хочется. И все заново ехать. 192. Ну, тут спуск. Тут легче будет. 195. О-о-о-о-о. Здесь вот прямая дорога. Отлично. 200. Давай 200. 198. Что? Что? Не, 200 не будет. Ты не расстраивай меня так. Давайте еще раз. 196. Ну, шансы же есть. Давай. Расти. Оборот. Еще чуть-чуть. 196. Не, смотрите, ребят. 196. Нифига. Вот что там? 199, по-моему, было, да? Но это на спуске. Блин. Ладно, шансы есть. Здесь что-то вырисовывается. Вот такой вроде бы спуск. И да, или это мне кажется. 193. 195. 200. Я хочу 200 выжить. 198. Ну, тут 200 должно быть. Да. Но это со спуска. 203. Ну, 203 максимальная скорость пока что, да? Это со спуска. Это со спуска, учет, да, учитывая спуск. А вот на ровной поверхности, например, как сейчас. Вот давайте попробуем. Вот что-то не может. Тише. Блин, просто эти, блин, удары тормозят очень. Повороты. Я просто чувствую, если сейчас нажму на тормоз, то мне может опрокинуть. Ну, вот там что-то вырисовывается, да? Давайте, вот тут есть шанс. Давай, родной. Ну, 200, выжмешь ты 200. Ну, 200, ну, чуть-чуть надо. 4 еще километра добавь. На ровной поверхности, на ровной. Не со спуска. 196. А, ребят, по-моему, не будет 200. Тут хренушки. Будет здесь 200 километров. Здесь даже и не пахнет. Даже, ну, 199, там было что-то. 203 максимальная скорость, это со спуска. На ровной поверхности 196, да, по-моему. Вы посмотрите, блин. Кто-то такой едет. Шкода, да. Просто обидно. Да, ну вот смотрите, вот прямая дорога. Ну, видите, движок. А, движок, по-моему, 2.0. Не может больше набрать. У меня же и бензин скоро заканчиваться будет. Лампа уровни. Лампа масла горит. Вообще, зашибись просто. А по температуре двигателя, почему не показывают тут, почему нет датчика температуры двигателя? Ну, может, ну, вообще в каждой машине он должен быть, чтобы здесь не было, не знаю, должен быть. Ух ты! Вот я так и знал. Хорошо, что я раньше не нажал на чуть-чуть на педаль тормоза.
Блин, вот это меня опрокинуло. Офигеть просто. Я вот чуть-чуть, вот так вот, чуть-чуть плавненько нажал на тормоз. А меня опрокинуло. Вот, блин, хорошо, что я раньше этого не сделал. Блин, вот это мне повезло. Слушайте, классно вообще. Блин, был бы BMG Drive, растоптала бы машину вообще на обе части. Слушайте, прикольно вообще. Мне понравилось. А вам как? Приземлился, да? В кустах валяюсь. Ну, короче, ребят, 100, ну, 203 максимальная скорость, это со спуска, а на ровной поверхности вы сами видели, что... ну, тут все зависит еще от того, как разогнаться. Может быть и было бы 200, ну, я же говорю, она, видите, вот особо бы много не показала. Ладно, ребят, все, обязательно ставьте лайки под это видео, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, кто посмотрел данное видео. И всем давайте счастья, здоровья, удачи, и всем давайте пока. Кстати, вон, смотрите, через воздуховод видно траву, блин, дырявая машина, капец. Ну, на то Евротрак Симулятор 2, что такие машины. Эх, ладно, ребят, все, всем счастья, здоровья, удачи еще раз, и всем давайте пока, увидимся.